На колено становимся. 4. 6. Ты тоже делаешь. У меня правда? Мам, тоже делаешь. А то ты ничего не говоришь, сам не делаешь. Я не делаю. Правильно. На колено. Женой. Хорошо, стоп, смотри. Так, вы втроем сюда сели. Максим, да. Вы куда сели, вы сюда сели. Куда? Да. Так, куда? Чуть-чуть дальше. Куда? Значит так, сейчас. Кто у меня пойдет? Значит, еще раз, Максим, ко мне. Значит, еще раз, посмотрите внимательно сюда. Фронтальная стойка, один, второй. Я ему делаю движение. Раз, два. Видите? Раз, два. Потом наклоняю. Раз. Разворачиваюсь. Он идет. И перекат. Оп. И перекат делает. Вставай. Еще раз, смотрите, вы его взяли за хват. Раз, два, хоп, на локоть. Начинаете давить. Раз, два, два-три шага, становится на колено и перекат. Значит, ты делаешь один раз ему. Иди сюда, мам. Еще раз. Петри, бьем пальчик. Арики, бегом. И на сторону локтя, вот смотрите, раз, нет, когда тебя выводят из равновесия, ты не туловище, оставь его, сядь. То есть, вот как вы должны переходить, раз, два, вы не должны вот так наклоняться, так вот все и делают. Значит, вы что сделаете, раз, два, три, значит, раз, сюда, два, сюда, раз, потом, когда он становится здесь, и разворачивайтесь, и говорите ему, иди, падай. И он потом падает. Понятно? Оставляешь его, делаешь другому. Сюда. Ты вот туда на угол. Так, Георгий, ты сюда. Кто здесь? Вон туда на угол. Вот сюда на угол. Макс, ты делаешь ему. Аделина, туда на угол. Сюда. Артем, Аич. Делаешь один раз ему, один раз отделение. И пошел. Ханжуэй, эй! Раз и выводишь. В сторону локтя. Нет. Ему делаешь. И бросок в какую сторону? В другую сторону. Давай. Где ты локоть взял? Значит, ты туда бросай. Туда бросай. Ты разворачивайся. Пошел. Вот, да. В сторону локтя. Да. Ну, поляшка наша. Ты сразу падаешь. То есть раз и сразу падаешь. Раз, пройди. Раз, два, три, вот так. Все, значит, один раз. Ты вот так. Ему. Живо. Кулак. Во-первых, он кулак. Давит ему ногу. Зачем ты падаешь? Ей не надо. Не надо. Так научиться, так учи. Еще раз. Значит, разворачивайся. Иди боком. Раз, два, и падает. Молодец, Белина. Так. Смотри, чтобы он ваши ноги становились. Эй! А разворачивайся.
ногу, сам разворачивайся, ногу убирай, убирай ногу. Ты берешь, нога остается, убери ногу, потом руками. Так, осталась минута, и ногу убирай. Вот так. Отлично, Григорий, падаешь, великолепно падаешь. Стоп, а ты? Зачем ногу ставить, что он может упасть? Да я даже не хотел, мы просто... Не надо просто. Еще раз ему сделаем. Сделаем еще раз. Посмотрите все внимательно. Вот как Григорий падает, так все должны падать. Смотрите. Вот, видите, как страховочка классная. Пошли. Да, у тебя тоже умница. Осталось 40 секунд. Я не знаю, я не буду ставить. Телевизор будет? Я не понял. Пойди отсюда. Блин, что за бред, блин? Еще раз. Мячиком играет, и где купили поганые? Это Петр самый большой там. Кто тут? Петру, ты сбил? Да, я видел такое. Видел, да? Да. Вот я тебя накажу, чтоб ты ему замечание не сделал. Максим, тебя накажу. Не поднял, не сделал этот. Мате, стоп. Мате, вы вдвоем садитесь сюда. Вы вдвоем садитесь сюда. Вы вдвоем туда. Раз, два, три. Значит, у вас качаться. Все, Юрий Александрович, так. Сколько минут бегаешь? 40. Опять. Или не просто бегает? Я забыл машинку дома. Все, значит, 40 минут. Девочки, мальчики, сюда. Сюда. Чтобы так. Кроссовки внижают. Мастер. Давай, давай, качай. Так, тапочки оттуда забирай. Подойдите, садитесь вот туда вдвоем. Артем не получает. А если кто-то из вас делает очень хорошо, падает,
значит, я ему тоже дам. То есть, вернее, мне хотелось бы, но обычно так бывает. Если она хорошо делает, он хорошо падает. Получается, у них высокая оценка, получает двое. Значит, а для того, чтобы вообще хорошо было, если Аделина получает 8, а он получает 8, это 16. А если он получает 10, а ты получаешь 5, то у вас 15. Выигрывают они. Хорошо? Понятно. Две оценки я слышу. Вы здесь по одному два раза делаете и меняете. У вас есть 5 минут. Вы делаете вон там посередине. А вы вдвоем. Вон там. Нет, Андреевичка, идите туда. А вы вдвоем здесь. Все, пожалуйста. Можете? Да. Не спеши, не спеши. Давай. Убирай.
Не обязательно. Можно и сразу, можно со второго, с третьего. Но долго не надо. Раз и на второй раз. А ножку не убрала? А? Ножку не убрала, потому что фронтальная. Все, чуть-чуть боком. А ну-ка, кто у меня лучше всех сделает? Еще раз. Тот, кто падает, делает шаг полный и потом перекат. Yes.